Всем приветики! По названию вы, наверное, уже поняли, что у меня сегодня день рождения. Наконец-то! Этот праздник ждешь целый год. И вот он наступает. И длится всего один маленький денечек. Но это, наверное, самый счастливый день, когда тебе звонят и поздравляют твои родственники. Когда ты, наконец-то, можешь услышать их голос и можешь услышать, что они тебе желают. Потом какое-то время все это обдумать, подумать об этом, обо всем. Может быть, записать на камеру. Раньше я записывала на камеру, как мы с родственниками сидели. Они, как правило, состоит камера, то они какие-то пожелания такие желают совсем другие на камеру. Потом все это пересматриваешь, потом обдумываешь все это. И это так классно, мне так нравится это. Вот, конечно, это уже не те пожелания, которые могли бы быть, то есть на камеру это абсолютно другое. Да, я сегодня, кстати, в новой маечке. Такой вот, сейчас, подождите, чуть-чуть пониже спущу. Такая маечка, когда-то она продавалась в фикс-прайсе. Вот, перебирала свои вещи и ее нашла Мишку. Сейчас. Ай, да что ж такое? Ай, ва. Мишку нашла такого, мне когда-то его дарил Женька, очень-очень давно, до появления моего ребеночка. Была ребенком я, и он мне постоянно дарил разные игрушки интересные. Вот такой прям Мишка вообще прям классный такой. Пушистенький такой, он прям такой сидячий. Да, день рождения. И, конечно же, в этом году обычно я себе ко дню рождения никакие подарки не дарю. То есть те, которые деньги мне дают, как правило, тратишь их после дня рождения, когда бывает примерно какой-то там день. Вот. Ну, там просто на одежду там обычно я трачу такое вот. То есть не на еду, ни в коем случае нет. Вот Женька у меня тратит на еду всегда, а я нет. Вот. Ну, потом, правда, не помнишь, кто там денежку подарил, на что-то ее потратил, но в этом году у меня очень много хороших подарков, и вы уже о них некоторые видели обзоры. В этом году я купила себе, конечно же, наконец-то смартфон. У меня вот такой вот Oppo Reno 5. Такой, не знаю, почему-то их, кстати, вышло очень маленькое количество, и они не у всех есть. Я знаю, что за ними очень многие погонялись. Я тоже гонялась, заказывала в нескольких магазинах. Мне все говорили, что то это витринный образец, то их нету, то еще что-то. Ждала очень долго. Вот. Вот такой он, смотрите, прям классный. Мне нравится больше всего, что вот здесь вот так вот камеры. Друг за дружкой и вот тут маленькой. То есть это вот еще все вдобавок вот так вот. Ну, на солнышке это смотрится прям очень шикарно. Мне прям вообще вот этот смартфон очень нравится. Ну, конечно, он был не из дешевых моделей, довольно дорогой. Это первый мой дорогой смартфон. А все смартфоны у меня были около 10-11 тысяч в пределах. Этот в 3 раза дороже получается. Ну, я надеюсь, что мне прослужит лет 5-6. В принципе, у меня все вещи я очень берегу, бережливо, я к ним отношусь очень хорошо. То есть все. Вот. И также, конечно, я себе купила заранее. Ну, наверное, это будет как ко дню рождения, все равно подарки. Покупала робот-пылесос, вы видели обзор, и в скором времени выйдет обзор на посудомоечную машинку. Вот, поэтому в этом году у меня прям такие офигенные классные покупки, техники такие большие, такие покупки у меня уже очень-очень давно не было. Вот, уже как-то без них живешь, как-то было скучно, а сейчас стало так вот гораздо весело, гораздо веселее. Вот, я жду очень ваши поздравления, ваши пожелания моего дня рождения. Жду их в YouTube, конечно же. Кто знает, если мой контакт или Instagram, там тоже жду. Мне будет очень приятно. Так, и, конечно же, как мы праздновали с семьей мой день рождения, он выйдет чуть-чуть попозже немножечко. Вот. Но вы все это увидите. И напишите, конечно, в комментариях, чего бы вы хотели увидеть. Ну и, конечно, я потом подарки. Ну, сейчас особенно, кстати, подарки дарю деньгами. Больше деньгами. Потому что подаришь вещь какую-нибудь, а человек, мне, знаете, какое-то время на Новый год определенно дарили гель для душа с ароматом оливки. Мне не нравится. А мне дарят. Ну что ж такое? Ну подарите с цветочком. Мне нравится больше аромата цветов. Ну зачем мне оливка? Он пахнет какой-то такой зеленью какой-то вот просто.
Я думаю, куда же его девать-то? Думаю, куда его деть? Вот обменяться, что ли, с кем-нибудь. Думаю, найти подружку, которая будет обмениваться с ней. Там ей цветы не нравятся, а мне оливки не нравятся. Но оливки я готова покушать, но никак не аромат геля с оливкой. Вот, не буду вас задерживать. Ролика хочу. Да, чтобы он получился прям такой максимально коротенький, чтобы его посмотрели все. И внизу в комментариях прям пишите, пишите, ставьте лайки. Мне будет очень приятно, если вы поставите очень много лайков. Также подписывайтесь обязательно, смотрите мои другие ролики. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!